15 сентября, Потеряевка. Прибыли братья и сестры в Потеряевку. Слава тебе, Господи, слава тебе. Нагруженные, счастливые, довольные. С миром принимаем. Здравствуй. Тихо, не падай. Не падай. Слава Семенов, Дмитрий Лемеш, Виталий Калинников. Мир вам! Мир вам! Вы с камерами. Живой, я думал, это сказочный персонаж какой-то, а он настоящий. Живой, да. Давай. Нет, я, да. А бодрый, как будто вы выспавшийся. Ну, тело и вид. Худенький, такой стройный. Тонкий, звонкий. Как добрались? У нас у сестры билет до Корчина. Как в чат билет. Мы у нее договорились, вот она с начальником отдельно ехала в последнюю станцию. Начальник поезда. Угу. Так, садитесь. Там что-то крупка есть, чтобы не подавить, если вдруг, или нормально? Нет. Сумки нормально? Нет, нет, нормально. Есть сыр, кот. Так, что там, писание куда-нибудь? Вот у нас остаток Библии. Все из коробки, остальное... У меня еще в рюкзаке там такая же. Еще да. Три или сколько? Две? Ну, в общем, сколько тут? 80 да, штук. Где-то раздали. Едет, да? Так. 65 где-то. Евангелие сейчас ушло. 65? Молодцы. Получается. На воздух? Здесь, да, деревни. Все, Пушка, садись. Да, у меня зеркала есть, нормально. Загружайтесь. Кнопка или как? Да, здесь просто. Вот. Так, все понятно, правый руль. Как у меня. Садись, садись сюда. Ага. Слава Богу. Сели, загрузились.